Это Финам ФМ, реальное время. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер, господа. Сегодня тема программы «Экономическая стабильность России под вопросом. Где выход?» Мы пытаемся найти этот выход. Может быть, и не найдем, но все-таки попытаемся. В самом начале, прежде чем представить моих гостей, тем более один из них где-то застрял в пробке, но я надеюсь, он доедет до московской студии Финам ФМ. Значит, многоканальный телефон, его номер 65 10 99 6, код Москвы 495, и finam.fm — это наш сайт в интернете. Соответственно, для ваших звонков и писем, вопросов, комментариев и так далее, и так далее. И на портале на нашем идет прямая веб-трансляция, то есть нас можно не только слушать, но и смотреть. Заходите в интернет на finam.fm, открывайте страницу видеотрансляции и вы видите моих гостей. Это Владимир Милов, президент Института энергетической политики, лидер движения «Демократический выбор». Рад тебя видеть, Владимир. Добрый вечер. Приветствую. И Николай Власенко, член Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности Совета Федерации России. Николай, также рад видеть. Добрый вечер. Да, добрый вечер. И мы ждем Сергея Маркова, члена Общественной палаты России, директор Института политических исследований, члена «Единой России». Ну, как без них нельзя проводить эфир, в общем-то, чтобы была дискуссия. Поэтому мы дожидаемся Сергея Маркова, но начинаем наш разговор. И, что называется, в тему сегодняшней программы. Я благодарен нашим главным ньюсмейкерам. И вчера, и сегодня один из них делает заявление по теме программы. Не знаю, то ли видят наши анонсы, то ли слушают, то ли какая-то другая причина, то ли мыслим мы одинаково. Но Владимир Путин сегодня отличился, сделав следующее заявление. России грозит экономический кризис. И мы также, да, вынесли этот вопрос в тему программы. Если «Единая Россия», по мнению господина премьера, не наберет достаточного количества голосов в парламенте. И вот прямая цитата из высказывания Владимира Путина. Я цитирую. «Если мы расквасим парламент», я цитирую еще раз, подчеркиваю, «если мы расквасим парламент и будем так же, как в некоторых странах, не в состоянии принимать нужных решений в нужное время, это когда-нибудь подтащит нас к той черте, за которой сейчас оказались наши партнеры и друзья в Европе». Конец цитаты из заявления господина премьера. Николай, вот на ваш взгляд, мы на самом деле находимся вот в ситуации, когда еще один шажочек, и экономика России уйдет в рецессию или в такую галопирующую ситуацию, которую очень сложно будет контролировать? Или кто нагнетает-то? Нет, ну, мы же тут не одиноки. Нельзя для отдельно взятой страны выстроить там отдельную экономическую стратегию и успешную, которая была бы независима. Тем более мы знаем глобализация, перетекание и кризисов, и эффектов из одной страны в другую. Но я согласен здесь с премьером. Как бы мы, нравилось кому-то или нет, понятно, что любая смена правящей партии, правящего режима — это всегда некий шок. Шок для экономики, шок социальный. Поэтому... И вообще демократия — это дорого. С точки зрения эффективности ресурсов использования, демократия, рынок, конкуренция — это всегда дорого. Это всегда состязание, всегда выбрасывание большой части ресурсов именно на соревнования. С этой точки зрения, конечно же, если было бы возможно государственное планирование, это, может быть, идеальная была бы форма сбережения ресурсов. Вот такая парадоксальная мысль, если позволите. Угу. Это взгляд Николая Власенко, члена Совета Федерации. Владимир Милов. Ну, я в шоке, если честно. Но, для этого я тебя приглашаю. Не, ну, достаточно очевидно. Если, во-первых, у нас все было, и государственное планирование там до каждой скрепки последней, да, чем это кончилось, мы все знаем. Интересная мысль о том, что демократия и конкуренция — это дорого, но только авторитаризм и отсутствие конкуренции — это дороже в разы. Это совершенно очевидно, потому что монополизация всегда увеличивает издержки. Это как бы первый... Можем об этом философски поспорить, но лучше с практической точки зрения. Я просто хотел, да, про ситуацию в экономике сказать. Она действительно очень тревожная. Просто напомню, что у нас самым главным движущим источником экономического роста до кризиса был приток капитала масштабный в Россию, да, и где-то год назад основные прогнозы от правительственных экономистов были, что в России начнется опять легкий такой нетто-приток, или, по крайней мере, не будет оттока, да, мы видим, что больше 50 миллиардов в этом году, вопреки всем правительственным прогнозам, при том, что на другие развивающиеся рынки, где, кстати говоря, там на многих демократия, да, Турция, Бразилия, Индия, туда капитал притекает, а из России отток больше 50 миллиардов. Расти не на чем. 74 уже прогноз Центробанка. Тенденция мрачная. И мы уже близки к этому. И продолжается, да, при том, что очевидно даже официальные российские лица, в частности руководство Центробанка, признают, что проблема связана вот в чем отличие России, почему ко всем приходят, а от нас уходят, плохой инвестиционный климат. Слишком высокий уровень произвольного вмешательства. Это связано с политикой? Абсолютно связано с политикой, потому что мы установили систему всевластия бюрократии,
которая и в нашей повседневной общественно-политической жизни, и в экономических делах имеет полномочия и права влезать куда угодно. Вот это издержки авторитаризма, которые побольше будут, чем издержки демократии, конкуренции и так далее. Поэтому капитал утекает, и поэтому у нас нет сегодня никаких оснований говорить о каких-то оптимистических перспективах, перспективах роста для России. И наоборот, все больше даже официальных чиновников дают довольно пессимистичные прогнозы, что у нас будет низкий рост, стагнация, что мы туда свалимся. Да? Обратите еще внимание, что когда у нас была довольно хаотическая, но все же демократическая система в начале 2000-х годов, когда Путин только к власти пришел, то у нас нефть стоила $20 за баррель, а бюджет сводился с профицитом большим. Сейчас потом к власти пришла партия «Единая Россия» и так далее, да, вот уже она 8 лет имеет конституционное большинство, нефть стоит больше $100 за баррель, у нас огромный дефицит бюджета, и неизвестно, когда его удастся преодолеть. Проели буквально за пару лет все накопленные до этого финансовые резервы, при том, что в кризис Россия была одна из наиболее сильно упавших экономик в мире, сильнее, чем во время дефолта 98 года, от резервного фонда Минфина почти ничего не осталось. Ну, собственно, вот кто-то про издержки там демократии говорил, да? Давайте лучше поговорим об издержках той системы управления. То есть получается, что главная угроза экономической стабильности России, по вашему мнению, Владимир, заключается в бюрократии? В той системе управления страной, да, которая предполагает всевластие и вот полные условия для произвола правящей бюрократии. То есть вы предлагаете расквасить парламент? Я пользуюсь терминологией господина Путина. Дурацкая терминология, которую использует господин премьер-министр, да, он постоянно какие-то такие веселые выражения вбрасывает. Да. Я считаю, что парламент расквашен сегодня. Он перестал быть местом для дискуссий, да, что, собственно, является работой депутатов, обсуждать пути и различные варианты развития страны. Да. Этот парламент расквасили тогда, когда превратили его в резиновую печать, которая штампует просто все законы, которые пишутся где-то в другом месте. В правительстве, в администрации президента. Вот в расквашенном состоянии, в состоянии резиновой печати, этот парламент находится сегодня. Поэтому надо приводить его в порядок, делать конкурентным, идти на выборы и голосовать за другие партии против «Единой России». Николай, с чем согласны, с чем нет? Ну, видите, мы же здесь с вами договорились говорить об экономических вещах, да, а не о политических. Мы же сейчас, я во всяком случае пытаюсь говорить действительно с точки зрения объективной реальности. То, что при смене любого правящей партии всегда происходят шоки экономические, и, как правило, проваливание на какой-то период доходов населения, экономика начинает стагнировать. Это факт. Другой вопрос. Как из этого шока потом выходит та же самая страна или любая экономика, либо бизнес, либо еще что-то? Я сейчас не говорю о... Надо вообще рассматривать долгосрочную стратегию любой страны, не краткосрочный период. Это возможно в нынешних российских условиях? Возможно. Ну, во-первых, я думаю, что в марте узнаем нового президента, который обязан сформулировать новую экономическую стратегию России. Потому что понятно, что там период с 2000 по 2010 год закончился. Почему я говорю 2010 год? Ведь на самом деле Владимир говорил о минусах, а были и плюсы. В 5,5 раз в валюте выросли доходы населения. И это, опять же, объективная реальность, а не какая-то, используемая фраза красивая. Действительно, порядки в бизнесе стало больше. Я вам могу сказать, наверное, любой бизнесмен скажет, по сравнению с 2000 годом наши граждане стали более законопослушные, предприниматели стали более законопослушные. В большинстве секторов экономики стало гораздо выгоднее платить налоги, чем уходить от них. Поэтому порядка стало больше. Есть ли резервы у нынешней системы для роста? Наверное, нет. Почему я говорю, что нужен, конечно, новая стратегия на там, как минимум два срока новых президентских. Не знаю, кто там будет на них баллотироваться. Ну, понятно, что я лукавлю, говорю, что не знаю. Я предполагаю, кто будет. Но не хотел бы сейчас это называть. С другой стороны, я вижу кучу недостатков у демократической системы. Повторяю, возьмите ту же самую Америку и нынешний кризис, пришедший оттуда. Ведь вот эта сменяемость, раз в 5 лет сменяемость руководства приводит к чему? 4 года. Ну, 4, в Америке 4 года, где-то 5 лет, где-то 6 лет, да? Она не позволяет президенту формировать долгосрочные стратегии. Потому что он только пару лет входит в руководство страной и через пару лет уже начинает готовиться к следующим выборам. Соответственно, отсюда все популистские меры по стимулированию, по кредитованию потребления, что в корне мое неправильно. Оно, в принципе, разрушает человеческую психику, человеческую натуру, который должен создавать прибавочный продукт, должен зарабатывать, прежде чем поесть. А мы ему даем не просто на еду деньги, мы ему даем на дома, на машины, на продукты потребления, а потом удивляемся, надо же, как рынок у нас стал волатильный. Да потому что столько вкачали денег, вот как раз те самые политики, которые приходят на короткие сроки, и у них не может быть априори долгосрочной стратегии.
Возьмите ту же самую Россию. Когда появилось российское государство? В 9 веке. Когда оно появилось? Когда пришел монарх, причем, что самое удивительное, которого пригласили с другой территории. И если мы берем, возьмите любую коммерческую компанию, бизнес-компанию, когда она демонстрирует наиболее выдающиеся результаты? Когда руководитель, как правило, не сменяется каждые там 2-3 года, а когда, ну, последний пример, допустим, с руководителем Apple, да, mm-hmm. возьмите Walmart, возьмите любых вот этих лидеров рынка, предприятий и компаний, которые, значит, по которым пишутся учебники. Как правило, это всегда они руководились одним человеком на протяжении больше 10 лет. Потому что любой стратегический проект, мы с вами прекрасно знаем, уж точно у него горизонт планирования не 4, не 5 лет. Николай, а кто у нас лидеры рынка, я хочу понять. Вот в этой связи. Вы привели примеры крупнейших частных корпораций, да, публичных корпораций. Тот же Walmart или Apple. Я вот хочу понять, здесь, в России, кроме госкорпораций, госкомпаний, которые наплодили именно в последние годы, да, кто лидер рынка-то? На самом деле, я тоже горячий противник любых госкомпаний и вообще естественных монополий. Я тоже считаю, что они неестественные монополии. Но рынок, во-первых, у нас молодой. 20 лет всего рынку. Понятно, что за это время... У них 11 лет при Путине. Ну, какая разница при ком? Я имею в виду, что, в принципе, рынок в той форме, в которой он есть, он все равно у нас молодой достаточно. Нет, еще у нас не... Вот в этих соревнованиях еще у нас нет победителей. Надо посмотреть на более длинный горизонт. Ну, просто вы говорите о долгосрочном таком тренде. Ну, мне представляется, что 11 лет — это достаточно продолжительный срок. Вот даже без тех 12 предполагаемых, при этом этот же господин допускает, что его могут прокатить, да, это его слова, 4 марта, я основываюсь на букве закона, то, что впереди выборы парламентские, президентские, соответственно, не факт, что этот человек станет президентом, да, мало ли что может измениться. Почему надо еще 12 лет и почему не хватило 11? Мы сейчас говорим в контексте развития частных предприятий. Ну, и политики, которая проводилась в стране. Нет, ну, мы же признаем то, что, как я вам сказал, что экономические правила стали более прозрачны, более понятны. Я думаю, ни один самый там жесткий критик не согласится с этим. С другой стороны, я также, повторяю, абсолютно не согласен с увеличением государственного участия в экономике. Мне кажется, это вот действительно новый стратегический период. Мы точно должны убирать государство из экономики как можно больше. Это должен быть стратегический тренд выстроен на там следующие 12 лет. И вы считаете, что человек, который создавал вот этот гигантский государственный сектор, он способен изменить ту парадигму, которую складывал? А вот знаете, Юрий, я же изучал, помимо всего прочего, опыт развития компаний как у нас, так и на Западе. У любой компании в стратегии всегда есть как, значит, консолидация, да, фокусирование, так и расфокусировка, декомпозиция компании, да? Но это нормальный на самом деле тренд, ну, как любая диалектика в мире, черное-белое. Никогда ты не можешь, одна стратегия никогда не может быть у тебя на всю жизнь. Она всегда обязана меняться в зависимости от внешней среды. Поэтому здесь ничего нет такого исключительного, если вдруг на следующие, там, предположим, 12 лет у нас будет стратегия выглядеть по-другому. Это сенатор Николай Власенко. Я обязан представить, к нам присоединился Сергей Марков, директор Института политических исследований. Добрый вечер. А, Володь, короткий комментарий, я потом хочу предоставить Маркову. Да, я был вчера в эфире другой радиостанции, там слушательница позвонила, предложила такую правильную, на мой взгляд, вещь, чтобы все парламентарии российские сдавали экзамен по логике. Вот я думаю, что, послушав собеседника своего, да, я думаю, что это было бы действительно полезно ввести. Вот он говорил о том, что демократия — это ужасно плохо, потому что там все время ради популизма и того, чтобы избраться, должны руководители принимать решения не стратегические, как-то маневрировать, то сложно выработать стратегию. Буквально перед этим он сказал, что вот мы сейчас изберем президента на новый срок, и он после этого должен будет представить нам стратегию развития страны. Вот я сразу вспомнил, прям как Прохоров на своем июньском съезде, говорит, вы сначала меня выберете, а потом я расскажу, какие у меня политические взгляды. Да, это такая чисто российская, византийская история. Совершенно очевидно, что тот, кто претендует на пост президента, он должен рассказывать до выборов и убеждать избирателей про свою стратегию долгосрочную, и что она у него правильная. А мы, конечно, эти сказки слышим. Но вот сейчас в интернете появился ролик очень интересный, такая 4-минутная компиляция, начинается, называется так, «Путинские сказки или к 2010 году нам обещали». И там, собственно, нарезка из дикторов официального государственного телевидения, которые много лет назад говорили, что в 2010 году будет бесплатное жилье у всех военнослужащих, там построены дороги, там молочные реки, кисельные. Это реально произносилось? Это, да? Реально, просто это, там ничего, никакого комментария, просто нарезка из реальных дикторов, там, Первого канала и других, да, и теперь показывают там, как
как бы пауза легкая, говорит, ну дальше что было, вы знаете, 2010 год прошел, а вот теперь нам рассказывают про стратегию, что все будет к 2020 году. Да? Так вот, собственно, это вопрос, вот это отсутствие стратегии, вот эти шарахания, да, и то, что за 10 лет, извините, вот эти питерцы, которые находятся у власти, не смогли построить дорогу из Петербурга в Москву нормальную, да, за 12 лет хотя бы вот это не смогли сделать. Сейчас они нам рассказывают про то, что они великие стратегические там какие-то планировщики, а между тем, вот то, что реально в экономике происходит, я про отток капитала уже сказал, комментариев не услышал. Ну, кстати, отток капитала со всех десятки, развивающихся десятки рынков тысяч бизнесменов. Если вы последовательны, они же со всех развивающихся рынков. Давайте я договорю, десятки тысяч бизнесменов сидят в тюрьме по совершенно сфальсифицированным, как правило, обвинениям в экономических преступлениях, большинство из которых разваливается до суда. Да? Россия упала как можно сильнее на дно в мировом рейтинге благоприятствования бизнеса по там, легкости получения разрешений на строительство. Мы на предпоследнем месте в мире находимся. 40 разрешений нам надо получать для того, чтобы какой-то строительный проект... Вы это называете порядком, которым бизнесмены там счастливы? Да? Доходы населения — это первый год с 90-х годов, 2011-й, предвыборный год, когда по официальной статистике, вот несколько дней назад вышла статистика за октябрь, падают реальные доходы населения, причем в первую очередь пенсии и зарплаты в образовании и здравоохранении. Посмотрите данные Росстата официальные, да? Это говорит о масштабе тех трудностей, с которыми вот это государство столкнулось и не может их решить. А вы мне про реальные доходы здесь рассказываете. Это Владимир Милов. Хочу Сергея Маркова услышать. Вот сегодня Путин заявил о том, что России грозит экономический кризис. Правда, он это увязал не с внешними факторами, а с предстоящими парламентскими выборами, заявив, вот цитирую, если мы расквасим парламент и будем так же, как в некоторых странах, не в состоянии принимать нужные решения, то окажемся, ситуация потащит нас к той черте, за которой сейчас оказались наши партнеры и друзья в Европе. Ваш комментарий. Ну, 100% прав, Владимир Владимирович так. Путин. В этом нет никаких сомнений. Знаете, естественно, что возьмем украинскую власть, да, которая она была, так сказать, вот когда были Ющенко и Тимошенко, мы помним, раздрай между президентом и парламентом привел к крайней неэффективности власти и трудность принять решения. Плюс известно, что во время прошлого кризиса у нас экономика, на самом деле, к этому кризису была очень плохо подготовлена. Я лично считаю, стабилизационный фонд ошибкой был стратегической, которая была навязана Андреем Илларионовым, сейчас ушедшим закономерно в оппозицию, и Алексеем Кудриным, сейчас закономерно ушедшим тоже. Пока еще не в оппозицию. Ну, полуоппозицию, легко видно по его заявлениям. Значит, это была стратегическая ошибка, нужно было деньги вкладывать в экономику, в активную промышленную политику, как это делали, предположим, тоже Китай, Турция, так сказать. А почему не вкладывали? Других стран. А это, вот знаете, такая идеология рыночного фундаментализма, как рак, раковая опухоль, вцепилась в горло российской экономической политики, не дает ее проводить. И Владимир Путин не мог этому противостоять? Да не так легко, так сказать. Понимаете, с раком вообще... Он был ведомый в этой ситуации? Да нет, с раком бороться сложно вообще, знаете, любому, даже самому здоровому организму, да, значит, все-таки ему что-то удалось, что ему удалось? Слушай, с Кудриным они рука об руку долго шли. А в том-то и дело, вот эта опасность раковых клеток в том, что она прямо в организме находится, понимаете? Значит, что удалось? Владимир Белов перечислил, в общем-то, страшные факты, да, которые говорят о том, что экономику угробили. Да, значит, очевидно, темпы экономического роста в России были выше, чем в среднем по Европе. Да? Значит, очевидно, что темпы роста уровня жизни тоже были выше, чем в среднем по Европе. Но ниже, чем в Азербайджане или Казахстане. Правильно. Ниже, чем в Азербайджане и Казахстане. Абсолютно точно. Да? Я бы сказал, ниже, чем в Турции и в Китае, где проводилось как раз и в Азербайджане, и в Казахстане, и в Турции, и Китае проводится чуть-чуть разная политика, но тоже более активная такая промышленная политика. Меньше зацикленная на догмах, так сказать, Международного валютного фонда, который тоже неплохая организация, но провалившаяся. Да? Значит, в своих рекомендациях. И вот это как бы можно было бы и больше, без сомнений. Что удалось еще Путину? Он смог преодолеть эту тяжелейшую болезнь идеологии рыночного фундамента. Не до конца. Она по-прежнему еще, так сказать, душит российскую экономику. А что является альтернативой вот этому? Промышленная политика активная. Это хорошо известно. Сейчас, если слово промышленная политика было ругательством раньше, да, 2 года назад она прекратила быть ругательством. Это, кстати, одна из причин, почему ушел Алексей Кудрин. Да.
Значит, он был с политикой, вот известной, наиболее яркой, вызвал Андрей Илларионов. Нам нужен капитализм в стиле 19 века. Значит, вся власть собственникам. Значит, как бы минимум социальных гарантий. Вот они, посмотрите на Китай, вот идеально, никаких социальных гарантий. Чуть что вызываем пулеметчиков с пулеметными командами, чтобы загнать это. Такое говорил Кудрин и Илларионов? Дальше это продолжалось. Продолжалось. Естественно, все люди. Я просто Андрею позвоню и спрошу, на самом деле. Конечно, он это не говорил. Но а что такое 19 век капитализм? Дальше вызывайте пулеметные команды. Вот что это такое, да? Значит, к счастью, эту политику во многом удалось преодолеть. Мы знаем, что сейчас Путин вступает активно с образом строй, лепит автомобильную промышленность, да, еще далеко, пытается спасти автомобильную. Сейчас вот эта ситуация с ПРО, да, которую американцы в Медведев вышли, это просто подарок, я считаю, нам. Просто подарок, да. Значит, военно-промышленному комплексу? Авиации наши, авиацию спасем. Агенты Боинга Аэробаса ее почти придушили. Сергей, очень короткий мой вопрос, и ваш короткий ответ. Сейчас я закончу. Да. Значит, удалось набрать, вот он делает эту активную промышленную политику, это стратегический курс. Помню, как всегда от кризиса спасались, да? Те, кто поумнее, кто спасся. Да? Китайцы, когда рухнули внешние рынки, они стали накачивать деньгами внутренние рынки. Китайцы за счет строительства дорог, турки за счет жилищного строительства. У нас министр финансов запретил, по сути дела, так сказать, да, но взял политику отсутствия насыщения внутренних, сказал, все сгноим в стабилизационном фонде. Скажите мне, пожалуйста, вот смотрите, сегодня вице-премьер Иванов сказал, что в ближайшие 3 года на Рособоронзаказ будет направлено 4 триллиона рублей. Цифра астрономическая, конечно. Да. Я сопоставляю с заявлением главной военной прокуратуры, которая заявила, что до 20% государственных средств, выделяемых именно на по статье Рособоронзаказ, разворовывается. Элементарная арифметика: 800 миллиардов рублей будет своровано в ближайшие 3 года. Вот как здесь совместить одно с другим? Очень плохо, да, но совмещается, я вам просто вот совсем просто. Любой человек поймет, да? Значит, во-первых, нам нужно воронку вкладывать по нескольким причинам. Первое, во время войны в Южной Осетии мы увидели о том, что не так ситуация безопасна. С этим системой ПРО мы увидели, что уже не так ситуация безопасна. Так. По бомбежкам Ливии мы увидели, что не так ситуация безопасна. По неадекватности некоторых действий, так сказать, наших коллег, да, ну, типа того, как они в том числе, причины, механизмы, как началась война в Южной Осетии, мы видим, вашингтонское руководство было абсолютно неадекватно. Значит, мы увидели, что ситуация угрожающая. Поняли, что надо защищаться. Разворовывание. Нужны деньги. В любом случае. Но 800 миллиардов разворуют. Да, это во-первых. Во-вторых, это все-таки высокие технологии. Они, конечно, в итоге продают. Что касается разворовывают. В других местах разворуют больше. Земельную, ипотеку. Мне не интересно, кто они там разворуют. Вот как 800 миллиардов вы куда оставите? Вам вопрос, как ведущему. Вы куда хотите вкладывать? Где меньше воруют или где больше? Нет, я хочу, чтобы деньги работали. Вы где считаете, где должны вкладывать? Куда больше, где больше воруют или где меньше? Ну, то есть ответ, ответьте мне. Не замечать мне заявление главной военной прокуратуры. Мне ответьте, где больше или где меньше нужно вкладывать, разворовывать? Нет, мне надо вкладывать там, где деньги могут работать. Отвечу за вас. Честно. Там, где меньше. То, чтобы нигде не разворовывали, нет ни одной страны мира. Везде понемножку воруют. Нужно снижать это воровство. ВПК ворует значительно меньше. В экономике у нас больше всего, известно, где воровство. Где? Так сказать. Это, значит, строительство. Так. Это госзаказы, так сказать, вот самые, так сказать, в разных формах, которые размещают вот это на стыке не государственной экономики, как ВПК, так сказать, государством, да, а на стыке вот государственной бюрократии и частного бизнеса. Вот там главное чудовищное воровство. Дети, кстати, я буквально одну ремарку скажу по поводу дискуссии наших коллег. Мне кажется, у нас проблема все-таки не столько в большой роли государства. У нас проблема в гипертрофированной роли собственника. Это вам скажут любой грамотный экономист, да. Значит, гипертрофия. Есть в современной экономике есть несколько субъектов, которые должны оказывать влияние на экономику. Это собственник, это менеджер, это трудовой коллектив, это бюрократия федеральная и местная, это общественность организованная. У нас гипертрофированную роль собственников. В результате у нас всю недвижимость в Лондоне закупают эти собственники. Значит, у нас очень маленькая роль специалистов. Вот то, что называется техноструктура. То, что является прогрессом, является двигателем главным прогресса. Не собственник, не бюрократия. Главный двигатель прогресса — это техноструктура. Это инженеры, конструкторы, техники. И поэтому нам нужно сейчас лозунг перевернуть. От лозунга 90-х годов
вся власть собственнику, а через лозунг нулевых годов вся власть бюрократу, к новому лозунгу вся власть инженерам и конструкторам. Техноструктуре. Вот кто развивает прогресс. Вот и чья у нас гипертрофирована маленькая их роль. Кстати, скажите, маленькая роль общественности. В результате этого бюрократия с бизнесом строит вот эти чудовищные торговые центры на перекрестках дорог. Да? А общественность здесь оказывается как бы... Ну, это же воровство у общества. Это Сергей Марков. Николай, воровство проезжей части, а мы стоим пробки часами. Сергей, конечно, накидал, я бы сказал, вопросов, ну, о гипертрофированной роли собственника. У нас, во-первых, крайне мало собственников. Проблема России в том, что мало людей хочет заниматься вообще предпринимательством, создавать вот эти места рабочие. Потому что действительно, к сожалению, до сегодняшнего дня государство мало популяризовало вообще и обращало внимание на этот класс. Это единственный класс, который во всем мире создает добавленную стоимость. Государство же стоимость добавленную только, извиняюсь, присваивает, ну, в хорошем смысле этого слова. Кто вам еще создаст предприятие, если инженеры, не собственник? Инженер-конструктор вот сегодня поработал. Он сегодня поработал на одном заводе, завтра на другом, послезавтра на третьем. Он не связан с предприятием, вы понимаете, пуповиной. Это нормально. У него свой human capital. У него своя стоимость его навыков, значит, опыта, образования. И поэтому он выходит на рынок и получает за него адекватную рабочую... адекватную ставку, адекватную заработную плату. А где же адекватную? Послушайте, ну он же получает неадекватную. А если вот неадекватная, то это не рынок. У нас кто бежит сейчас из страны? У нас что, бегут собственники? Наоборот. Конечно. У нас конечно. Собственники бегут внутрь страны. У нас только что, вот вы участвовали в дискуссии, я тоже Сергей, участвовал в дискуссии о том, кто извините, уезжает. Извините просто, уезжает коллеги, ученые, да, ну, Сергей, вас надо перебить на секунду, потому что вы просто не владеете элементарной ситуацией. Да, вот послушайте, я вам советую. Вот есть такая, это наша телепозиция. Да, вместо конкретных аргументов. Сергей, вы просто не владеете фактом. Вы зайдите на сайт официальной государственной службы, которая занимается регистрацией объектов недвижимости и земельных участков. Там есть графичек такой, круг. Углы, да, циферка. Сколько земли находится в России в государственной и муниципальной собственности? 93%. 93%. Зайдите, сейчас можете посмотреть. Контрольная да? цифра. А в частной и там... В частной 0,4, да, а там крестьянские наделы, которые не являются в полной мере частной собственностью, ну, типа около 7, да. И это вот Сергей Марков сидит и рассказывает якобы про какую-то гипертрофированную роль собственности. Это просто говорит о том, что вот люди, которые близки к власти сегодня и представляют Единую Россию, они просто не знают, что творится вообще в их собственной стране. Ну какая здесь гипертрофированная роль собственности, когда вся земля государственная и муниципальная, да? Ну вот вам цифры элементарные. Давайте опровергните. Слушаю вас. Опровергну вас. Да. Это 90% это леса и тундра, так сказать, вот в основном практически все, да? Значит, 7% это не такой большой процент, ведь тем более это частная собственность, как понять, сосредоточена в крупных короче, городах ясно. И так далее. 93% не, это не мало, так, я не понял. Так. Это да, леса все. И тундра, прекрасно. А вот вы как раз раскрыли план, так сказать, что вы хотите. Вот то, что вот... частную собственность продать все берега рек, берега озер, морей, чтобы все это расхватали. Вы, Милов знаете, об этом не говорил. Да, я не слышал от него. Марков, вы напрасно это не слышали. Несет, вы напрасно это студии. Не слышали. Не перебивайте друг друга. Володя, не реагирую, может да, быть, вы знаете, вещи. Только, наверное, у нас, Сергей, в Украине. Вы уже свой уровень грамотности вы только что показали. Вы, наверное, мне как бы с вами наверное, вот втягиваться в полемику. Я бы хотел, Юрий, можно маленькое замечание? Николай Власенко. Да, вот, кстати, Владимир, обрати внимание, что я тоже, кстати, в Единой России. И у нас вот на некоторые вопросы разные взгляды. Сергей, мы здесь ничего страшного потому нет. Что это нормально, это и правильно. Когда это вот быть. Вы меня Сергей. В свое время обвинили в отсутствии логики, я почему, когда на прямой ответ Юрия спросил, что будет, если сменится, допустим, правящая партия, я ответил буквально с экономической если точки зрения. Если расквасят парламент. Да, другой вопрос. Будет ли, повторяю, ведь все зависит от того, кто придет потом, если вдруг меняется партия, конструктивная придет деструктивная. Мы же знали с вами, 91-й год, когда, извиняюсь, у нас половина страны торговала вот этими всякими одеждами тут на улицах, да, мы же помним эти жутчайшие проблемы, связанные с дефицитами, с разваленной экономикой. Поэтому то, что демократия на сегодняшний день с экономической точки зрения, наверное, побеждает, да? Хотя мы помним, на самом деле, и в Римской империи тоже была демократия. Там тоже, извиняюсь, дети рабов становились императорами. Поэтому вот я когда говорил о сменяемости различных формаций, никто не сказал, что демократия — это последняя и лучшая формация извините, управления. А можно конкретный короткий да. вопрос? А вот что делать? Вот капитал утекает, конца края этому не видно, да? Ну, а доходы населения падают. Владимир, и ну, конца края этому тоже не видно ну, в предвыборный год, когда, казалось бы, надо больше людям платить. Я с вами, вот что делать? Вот где смотрите, выход? Я с вами согласен. Я тоже озадачился, думаю, надо же, вытекает капитал. Когда я посмотрел страны БРИК,
Оказалось, что там тоже с фондового рынка утекает капитал. В последние месяцы. Из всех развивающихся стран месяцы. Капитал, да, утекает, потому что действительно... Так из России он утекал и все предыдущие месяцы. А потому что у России профицит торгового баланса, потому что у нас валюты много в стране, потому что действительно народ пытается эти деньги там, как государственные структуры, как мы вот создаем тот же фонд. А почему здесь-то их не инвестируют? Почему они уходят? Ну, почему на Кипр приезжаешь, и там все русские скупают, да? В кризис поддержали экономику Кипра, вот куда делись все государственные субсидии. Вот ну, как? Ну, потому что, во-первых, действительно, у нас сейчас идет смена, будем выбирать нового президента. Это любая дестабилизация в стране, понятно, что часть населения... Так как остановить-то этот процесс? Что делать? Не выбирать. Я же согласен с вами, что я тоже считаю, что новая стратегия должна быть обязательно на уменьшение доли государства в экономике. Обязательно уменьшение доли государства в экономике. Может быть, тогда провозгласить несменяемость власти, тем самым обеспечить вот эту стабильность. Знаете, я не нервничаю. Мне на самом деле, я устал от этих разговоров о том, что выборы — это плохо. Выборы — это право народа. Сменить ту власть, которая находится... Безусловно. Вот, и это же укормило, право будет да. у народа и 4 декабря, и в марте. Пожалуйста, приходите, выбирайте. Но при этом вы говорите, что это дестабилизирующий механизм. Можно но мы говорим, как повлияет на экономику. В коротком периоде будет ухудшение. Повторяю, если будет правильно выбран руководитель, лучший руководитель, то, соответственно, после этого, как я повторяю, любой экономический шок — это всегда ухудшение. После него наступает либо улучшение, Вот коллега прекрасно сказал, вот действительно, мы должны понимать, в долгом времени, вот на примере Египта, да, вот смотрите, вот у них сейчас, так сказать, ушел Мубарак, так сказать, вот переходный период, сейчас выборы, кризисы, постоянно какие-то там у них эти демонстрации, дестабилизируют экономику, дестабилизируют, в огромной степени, деньги уходят, все уходит. Но в конечном итоге этот период закончится выбором, формированием правительства. После этого произойдет стабилизация, будет новый экономический курс, и потихоньку экономика будет развиваться, как мы надеемся. Кстати, то есть вот это не противоречие друг другу. Абсолютно верно. Дестабилизация и необходимость развития не противоречия. Да, пожалуйста, не говорите вот все одновременно. Смотрите, и Украина очень хороший пример. Да. Было, действительно, сменили один, а другой сейчас Янукович. И, в принципе, мы видим, извиняюсь, стагнацию экономики. Хотя вроде все демократические принципы были соблюдены. Может, в Януковиче проблема, а не в демократических принципах. Может, Януковича? Нет, но он же был избран всенародно. Можно я все-таки отвечу? Вот я был, опять же, меня сегодня шокирует всю передачу, да, я был шокирован словами Маркова про стабфонд. Я тоже являюсь принципиальным противником идеи стабфонда. Я считаю, что не надо было, я много писал об этом, считаю, что не надо было его накапливать, и надо было не деньги государственные вбрасывать во всякие коррупционные проекты, которые потом на Кипре оказываются, да, нужно было продолжать налоги снижать, то, что политика, которая проводилась до 2004 года, которая привела тогда вот к этому достаточно быстрому возобновлению роста экономики в начале 2000-х, да, нужно было продолжать снижать налоги, оставить деньги гражданам, предпринимателям, но вместо этого решили накапливать стабфонд. Так кто принимал эти решения? Партия «Единая Россия» в Думе, поправки в бюджетный кодекс о создании стабилизационного фонда, потом о преобразовании его в резервный фонд национального благосостояния, там все зафиксировано, все ходы записаны. Вот всех этих господ там есть... То есть они голосовали за? Там они голосовали за, конечно, потому что «Единая Россия» имела конституционное большинство, невозможно было без нее принять эти поправки, да? Сейчас это все списывают Кудрин, Илларионов там. Может быть, они приложили все к этому руку. Но меня поражает в последние месяцы вот просто вот это наглое желание «Единой России» сбросить себе ответственность за те глупые решения, которые были приняты. Тем более, что стабфонд-то в кризис нас не спас. Мы его растратили почти весь, а экономика упала сильнее, чем кто бы то ни было еще. Uh-huh. Вот говорят, зависимость от нефти, так Саудовская Аравия с Казахстаном выросли, хотя в кризис, хотя они больше зависят от нефти, чем мы, да? Все другие страны как-то более-менее, там было или не очень большое падение, или даже рост, как там в Польше, да? А мы упали на 8%, худшее падение с начала 90-х годов, да? И растратили весь там фонд, и где он, и зачем было это все накапливать? Так что ж теперь на Кудрина ответственность-то сбрасывать? Да, Кудрин несет за это ответственность, но и вы, господа, тоже несете. Там все ваши голоса посчитаны, и вы голосовали за поправки в бюджетный кодекс о создании этого дурацкого стабфонда. Ну и премьер-министр, как глава правительства, несет персональную ответственность. Вот я как раз говорю о том, что, к сожалению, вот у нас сегодня у власти находится партия, которая не хочет признавать за собой политическую ответственность за все провалы политики последних 12 лет. Она хочет это все на кого-то другого списать. Странно, как Володя, значит, страшно возмущен, да, тем, что согласен со мной. Значит, как бы... По стабфонду, да. Ну так при чем здесь Илларионов? Это же вы голосовали за стабфонд. Голосовали за стабфонд. Голосовали за, Сергей. Я, кстати, не голосовал, это до меня все приняли решение, да. Значит,
В том, что касается стабфонда, я тоже согласен полностью. Нужно было прежде всего снижать налоги, а сама экономика нашла бы куда-то вернуть эти деньги за счет стабфонда. Ну вот победила такая политика, навязанная Андреем Илларионовым, Алексеем Кудриным, которые теперь ушли в оппозицию. Закономерно ушли в оппозицию. Это говорят, и часовню теперь... тоже я развалил. Все можно списать на Кудрина и Илларионова. Ну как, ну вот реально, это их была политика. А что же голосовали в доме? Но при этом политическую ответственность не снимаешь. Что мы должны признать, что да, политика стабфонда была ошибкой. Что-то она позволила сделать, она позволила смягчить удар, так сказать, социальный. А для нас это очень важно. Володя, я вам напомню, что у нас позади нас не только нулевые, да, сложные нулевые, но с мощным экономическим ростом, с ростом уровня жизни мощным, да, с мощным возрождением как бы России, которая признана всеми, так сказать, везде. Вы же видели, так сказать, как весь мир прославляет Путина великого и ужасного, да. Значит, одни из самых, так сказать, ярких по своим результатам политика. Uh-huh. А, не только нулевые, но и 90-е. По сути дела, холодная гражданская война. По масштабу потерь для страны сравнимы с войной. Я про 2000-е с вами, Сергей. Давайте уже не про историю, а про настоящий момент поговорим. Я же вам объясняю логику-то, поймите, так. Что нам потребовалось, в том числе, деньги из стабфонда, которые я считаю, что их нужно было, в принципе, для чего туда, в том числе, для того, чтобы смягчить социальный удар. А как его смягчили? Дикой девальвации, которая была 3 года назад. Их ограбили в 90-е годы. Я могу объяснить, наши как критики, смягчили. Ну, как наши смягчили критики, которые поураганили в 90-е, как сказал Путин, да? Ваши союзники, так сказать, поураганили, Володя, в 90-е годы. Союзники там имя было названо, в том числе. Ваши союзники там поураганили. Вот именно они вергли пенсионеров в нищету и не мог допустить Путин, чтобы кризис ударил по пенсиям прежде всего. Да, правильно, наверное, было бы снижать налоги, дать больше возможностей бизнесу. Но в то же время Путин чувствует ответственность перед деньгами десятками миллионов пенсионеров. Так стабфонд-то не на пенсии растратили, а на Чемизова, на Чубайса и на всю компанию. Да. А вот Николай Власенко. На самом деле стабфонд действительно в 2008-м серьезно помог сохранить банковскую систему. Я был... Банковская система. Основной стержень был в то время социальной стабильности. Если бы вдруг население испугалась и поняла, что банки не могут обеспечить сохранность вкладов, если бы оно понесло из банков. Потому что вы помните, как только вот стал развиваться кризис, действительно стал резкий отток капитала из банков. Если бы у банков не хватило ликвидности, мы бы получили такой шок, от которого действительно потом смело бы не 7,8% провалилась бы экономика, а может быть поменялось бы много что в этом. Я сам тоже всегда против был, честно говоря, стабфонда. Вот могу тоже с вами согласиться, потому что я всегда считал... Два единоросса против стабфонда, но все голосовали за. Понимаете, Николай не голосовал. Владимир в тот момент. Нельзя любое управленческое решение отделять. Вот это хорошее... Так это был ключевой момент политики Путина. Владимир, за 10 хорошо, лет. Знаете, это был главный момент. Владимир, есть известное высказывание, что чем более выдающийся врач, тем больше у него кладбище. Чем лучше управленец, тем больше у него, конечно, бывают и ошибки, тем масштабнее ошибки. Но главные успехи не хотят отвечать. И здесь очень важно, понимаете, объективно. Вот если бы мы с вами абстрагировались от выборов, наверное, мы бы с вами более спокойно разложили бы всю ситуацию и нашли бы все-таки позитивный тренд или нет? Я очень рад, что вы признали, что основной целью политики трехлетней давности по растрачиванию государственных резервов было все-таки спасение банков. Там Фридмана, Прохорова, Газпромбанка. Дело не Фридмана, не Прохорова. А вовсе не пенсии, как тут рассказывал Марков. Вы абсолютно не правы. Спасение граждан, вкладов граждан, понимаете, вот что было ключевое. А не проще ли было, извините, гарантировать конкретные вклады физических лиц, что обошлось бы намного в разы дешевле, а не вбрасывать огромные миллиарды для спасения всех косяков и плохих активов этих банкиров? Тогда возникла вот эта идея по сохранности вкладов граждан, и сначала она была с маленькой суммой, а потом сейчас довели до 700 тысяч. Так вот, дешевле в десятки раз было бы защитить лично вклады граждан, а не давать эти деньги вот этим разожравшимся банкирам, которые навкладывали неизвестно во что миллиарды, Володя, а потом оказались перед угрозой банкротства. А у меня вопрос, Володя. Володя, а вы что?
Вы или безграмотный экономист, или вы передергиваете специально. Вы что, не знаете, что ли, о том, что деньги были даны для того, чтобы ликвидировать так называемый merging calls? То есть наши собственники, вот были из них заложены наши огромные куски собственности, да, под кредиты, вот, которые они брали для развития производства. Да. Вы знаете, потом резко все это упало, и пришлось это выплачивать срочно. Вы за что? Вот деньги были даны для того, чтобы у нас осталась собственность, так сказать, на эти крупнейшие капитаны, так у вас сказать, у Дерипаски, предприятия. Сергей, у наших, вы себя отождествляете с Дерипаской, да? У российских граждан. Вот подождите, Дерипаска, да, Дерипаска российский гражданин. Не перебивайте друг друга, а вы хотите, чтобы ушло западным банком? Я хотел, чтобы Дерипаску обанкротили. Чтобы произошел margin call. Если он набрал лишних денег, вложил их в слишком рискованные проекты, он должен за это ответить, я правильно тебя понимаю? Западным банком, все, чтобы русский алюминий шел западным банком. Сергей, вот ваша не платформа. Надо эти рассказы про ушло это западным банком. Платформа. Это вранье. Русский алюминий. Сергей, это такое же вранье, как то, что оппозиция как? Хочет приватизировать моря и реки. Да сами Сергей, да сидите и врете что? Просто напропалую с утра. Ну? Вы даже не знаете, сколько у нас земли в частной собственности, а сколько в государственной. Вы лучше помолчите про то, кто Владимир, давал коротко, кредиты банкам. Все-таки по поводу маржин колов и спасения. Вот коротко ваш взгляд. Значит, вы готовы были допустить, по вашему мнению, надо было допускать маржин колы. Я считаю, что то, что у нас не было ни одного банкротства в кризис, при том, что все эти олигархические структуры, тесно связанные с государством, накопили плохих активов, вкладывали деньги напропалую черт знает куда, да, покупали рискованные активы, да, кто-то из них должен был быть наказан. Долг был, да. То, что наши... Я считаю, что государственные деньги нужно было направлять на поддержку граждан, которые могли и имели риск пострадать от кризиса. Вклады были под риском, значит, надо было создать специальную экстренную программу защиты вкладов физических лиц, а не давать деньги лично Дерипаске, лично Фридману, для того, чтобы они прикрывали свои вот эти грязные делишки. И сейчас тут всякими аргументами, что, ах, это все ушло бы на Запад, не надо все эти сказки рассказывать. Да? Это не вы сказки, реально отдали это десятки миллиардов долларов, триллионы рублей российским олигархам, а люди страдают. Реальные доходы, реальные пенсии в этом году снижаются. У нас не так, Володя, у нас Володя, господа, если бы вы, слушайте, если бы вы, я сейчас буду отключать власти. Микрофон. Российская собственность, нефть, газ, алюминий, природные ресурсы ушли бы западным банком задавки. У меня общий вопрос вам всем. Вот к чему ведет оппозиция. Значит, у нас предстоят парламентские выборы, после президентские. И, Николай, как вы сказали, да, новый глава государства, новый парламент должен будет предложить обществу нечто новое, да, если безусловно. Я вас правильно понял. Вот что, по вашему мнению, необходимо предложить и какие риски? Это вопрос всем, и я попрошу очень коротко, чтобы мы еще послушали мнение радиослушателей. Ну, наверное, первое и самое важное, о чем все говорится, это, конечно... переформатирование фактически экономики российской сырьевой на там, экономику новых технологий, на современную технологию, на современные рельсы. Так. Второе, конечно, реформа пенсионной системы. Если мы посмотрим, как мне кажется, не тяжело, но все равно надо уходить, изменять возраст ухода на пенсию. Такого маленького возраста, как у нас, нет ни в одной стране. У нас сейчас 79 лет средний возраст по Госкомстату. Соответственно, мы слишком... это пенсионное для нас обеспечение очень дорого стоит для государства. Но еще много, на самом деле. Ведь каждый... Я еще раз говорю, что каждый управленец, вот из моего опыта, у него всегда своя оригинальная стратегия управления, которая всегда может и критиковаться, и может, соответственно, хвалиться. И нужно всегда находить некий компромисс и смотреть, какие же важнейшие индикаторы достигли в конце той или иной, значит, срока стратегии. Да? Поэтому, мне кажется, вот конечно, мы сейчас, наверное, в преддверии, повторяю, выборов рассматриваем очень под микроскопом все наше правительство, но я бы все-таки повторяю, к сожалению, нету объективного органа оценки, может быть, не знаю, лет через 20, через 30 кто-то скажет, да, вот этот период был хороший, устойчивый, а вот этот не очень, а вот здесь надо было уже менять руководителя, а здесь, может быть, еще надо, чтобы он был, остался. Вот мы сейчас и царское время вспоминаем с ностальгией, согласитесь, и с сожалением, что все-таки была хорошая монархия по своей сути, когда монарх хороший. Мы же не отрицаем этого. Поэтому я еще раз, вот я с возрастом... Все зависит от того, как власть может реагировать на те вызовы, которые есть. Я с возрастом становлюсь, понимаете, в меньшей степени в каждое слово пытаешься сравнивать с двух сторон. Не бывает вот таких односложных ответов, да?
Это всегда действительно некая вариативность. И повторяю, только история в итоге. Но, по вашему мнению, этому... Путин готов принять эти вызовы и адекватно на них ответить. Но надо послушать, экономической... когда он со своей предвыборной речью выступит. Не, ну он сегодня вот выступил по поводу расквашенного парламента и увязал это с экономической политикой. Но это он в контексте парламента, а не в контексте президентских выборов. А то него... сенатор Николай Власенко, Владимир Белов. Да, а то у него за 12 лет не было возможности высказать. Совершенно ясно, что Путин — это человек, который не имеет видения стратегии развития страны и ответов на те вызовы, которые перед Россией стоят. И совершенно очевидно, что его правление завело Россию в такой тупик, в котором мы теперь обсуждаем уже такие аморальные просто вещи, аморальные, как повышение пенсионного возраста. Я не против разговора о повышении пенсионного возраста при одном условии. Мы с 60-х годов, у нас замерла продолжительность жизни. В западном мире она выросла на 10-15 лет. Вот если власти сделают что-то для повышения продолжительности жизни в России, тогда они могут раскрывать рот на тему пенсионного возраста. Пока что надо просто заткнуться на эту тему и менять власть. Потому что эта власть стратегии развития страны предложить не может. Она предлагает стратегию повышения налогов, повышения пенсионного возраста, о чем уже открыто все чиновники говорят. Да? Если хотите такую власть, ну, конечно, поддерживайте. Но я уверен, что все больше людей захотят пойти на выборы и проголосовать против такой власти. Это Владимир Милов, Сергей Марков. Ну, мне представляется, что прежде всего... Сергей, вы лаконичны. Да. Значит, Путин добился очень большого успеха, экономического роста в два раза выше, чем средний по Европе. Значит, и население это, конечно, оценит, я думаю, проголосует за него. Значит, далее, я думаю, что нужно экономическую политику корректировать, в частности, проводить более активную промышленную политику. Нам нужно строить авиакосмическую промышленность, возрастать. Слава богу, сейчас поняли, после американской ПРО будет это делать. А атомное машиностроение. Вообще, в стране нужно строить заводы, создавать условия для строительства заводов. И это должно быть и частный капитал в российский, и иностранный капитал, и государственный капитал. А самые крупные прорывные проекты, они все-таки связаны с государством. Атомное машиностроение везде развивалось не на частные деньги, кроме, может быть, немножко американцев из Стенхауза. Значит, кроме того, нужно, конечно, повышать как бы бюджет за счет других вещей. Я полагаю, что нам нужно национализировать производство водки и продажу. Mm-hmm. Это позволит нам резко насытить бюджет и сократить налоги. Это очень либеральная мера. Да? Производство водки и продажи ничего общего с рынком не имеет. Пускай там пиво, так сказать, там вина, не знаю, продают все частные, это имеющие вещи. Наркотик, так сказать, которым является алкоголь, разведенный с водой, да, себестоимость которого 20 копеек, да, все это огромная прибыль идет частным компаниям. Значит, цена водки в 4 раза меньше советского времени. В корзине, так сказать, продуктовой. Нужно вывести ее на советское время, запретить спаивать народ и через это поднять резко, кстати сказать, уровень жизни, чтобы мы понимаем, что именно водка... Слушайте, а как спаивать народ? Запретить и пополнение бюджета? Вот вы увидите, что одновременно... И то, и другое? И то, и другое получится. И вот так, достаточно легко, цифры легко считаются, это, да, и то, и другое повысится. Потому что прибыль изымается... Путин сможет справиться, на ваш взгляд, да, с теми вызовами, да, экономическими вызовами, которые будут. То есть изменения, так сказать, достаточно серьезные в этом отношении, да. Значит, затем это, конечно... Вне экономической области лежат многие экономические вопросы. Нам необходимо повышение роли техноструктуры, то есть инженеров, конструкторов, они должны получать хорошие зарплаты, ученые, это сказать, да, их роль надо повышать, в том числе и политические, их роль повышать и социальную, и экономическую, а одновременно, я думаю, что нам нужно принять серьезные усилия по возрождению трудовой морали, хватит уже пропаганды, спекуляции, значит, и воровства. Значит, буквально фриков, так сказать, и всяких странных, так сказать, личностей. Нам нужно... активная пропаганда трудовой морали, которой занимались все нации, да, все народы, которые шли вперед по пути экономического развития. И 65, мы это обязательно 10, будем 99, делать. 6, Москвы, 495. Это будет означать обновление Путина, которого требует народ. Ага, обновленный Путин. Владимир, обновленный Путин. Это вот депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, который в списке миллиардеров журнала «Финанс» с записью о его профессии и роде занятий депутат Госдумы от Чечни, состояние в несколько миллиардов. Да? Это как бы образец трудовой морали.
Я так понимаю, да? Вот партия «Единая Россия». Давайте послушаем. Я предлагаю все-таки мнение радиослушателей. 65-10-99-6 и finam.fm. Вечер добрый, вы в эфире, если можно лаконично. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Леонид. Да. И несколько, может быть, не по теме, Юрий. Ну вот какая-то сегодня дискуссия, прямо вообще какая-то базарная. Вы знаете, как надо все-таки, мне кажется, жестче модерировать как-то все это дело. Не давать слово, отключать микрофоны? Нет уж. Ну, видимо, вот знаете, да, нет, что... нет. Вот что имеем, то имеем. Как говорил небезызвестный исторический персонаж, процитирую господина президента, да? Других писателей у меня для вас нет. А вы знаете, а я считаю, слушатель прав. Слушатель прав. Потому что действительно у нас Володя, как типичный представитель нынешней оппозиции, занимается не столько аргументацией, сколько шельмованием политических противников. Сереж, вы тоже хороши. Добрый вечер. Алло. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Алексей. Да, Алексей, пожалуйста, если можно, так же лаконично. Ну, я вот хочу представителям «Единой России» задать один вопрос. Uh-huh. Они все время говорят, что за последние 10 лет насколько выросли наши доходы. Там в 2, 5, раз 10. А почему никто не говорит, насколько выросли расходы? Расходы кого? Ну, расходы населения. Вот доход населения, Путин говорит, там, все лидеры, насколько мы стали лучше жить и выросли наши доходы. Uh-huh. А почему никто не говорит, насколько выросли наши расходы, квартплаты и так далее, цены? А, все, понял. Коротко. Кто на самом деле, Николай, я бы хотел, я не знаю, сколько, какой возраст человеку, который звонил. Если мы сейчас посмотрим любой супермаркет и так сказать, покупающих там продукты людей, то если сравнить это с советским периодом, то я думаю, что раз в 10 мы стали больше покупать обыкновенных продуктов, только питания. Столько пакетов, мешков выходящих, и как было в советское время, там один батон колбасы на неделю и две бутылки молока, это казалось достаточным. Но не говорю уже о 91-м году, когда был дефицит всего. Поэтому, наверное, все-таки тренд есть. Понятно, что он не прямой такой, не линейный. Понятно, что есть какие-то колебания. Но в целом, мне кажется, мы жить стали лучше. Ну и, наверное, веселее точно. Дальше. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Олег, Москва. Вот хотел возразить Маркову, да, что ни о каком промышленном возрождении сейчас речи идти не может, когда самолетные заводы развалины, я знаю, не понаслышке. Это первое. Вот. Потом... Действительно, на вопрос Милова о том, голосовали ли они за, что-то тоже ничего не слышно. Хотя это понятно, что по-другому бы решение бы «Единой России» не проходило. Вы имеете в виду стабфонд, голосование по нему? Имею, да, 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 да. И те ошибки, которые сейчас признаются как ошибки. Вот. И, к сожалению, вот я не вижу, честно говоря, альтернативы голосовать. То есть вот, шизофреническое раздвоение сознания. То есть, с одной стороны, Путин категорически не нравится своя политика, с другой стороны, ну, скажем, занимаясь предпринимательством, там определенным смыслом, я понимаю, что мой бизнес разрушен. Да, Олег, спасибо. Володь, как ответишь? Да, конечно, надо идти и голосовать против «Единой России». Приходите, кстати, в субботу в 2 часа к нам на митинг на Тараса Шевченко в Москве против «Единой России». Много народу будет. Ну, тогда я обязан Сергею дать слово. Ну, вы знаете, я думаю, читатель, конечно, вот слушатель не может бояться, что если он лично тайно проголосует против «Единой России», то, конечно, его бизнес никак не пострадает, никто об этом никогда не узнает, и никакой угрозы нет. Это в этом смысле я не совсем понял. Нет, но Путин угрожает тем, что нас ждет экономический коллапс, если не наберет. Но я думаю, что прав, чем он понимает прекрасно, да, там, я думаю, это может... Слишком много, там ошибок много. И правильно он говорит, развалины авиационные заводы, что там говорить, да? Действительно, все эти Кудрины, Илларионовы, да, так сказать, да, Чубайсы. Что такое, правда. Сергей, а Путин, да кто был в этой системе координат? А Медведев кто был в этой системе координат? Есть у них такое дело, так сказать, они способствовали этому. Все эти лоббисты Боинга, Аэробаса, НАТО, так сказать, постарались, покуролесили тоже и у нас. Вот, ответьте мне, пожалуйста, на короткий вопрос. Секундочку. А где в этот момент были Медведев и Путин? Вот где они были в этот момент, когда, по вашим словам, ими манипулировали всей страной? Они где были? С олигархами сражались. Сражались, так сказать. Да ладно, после третьего года уже не с кем было сражаться. Пытались защитить наш Кавказ, так сказать, от обрушения, которое было уготовано в результате войны в Южной Осетии, между прочим. Там же по плану все должно было дальше были заняты. Повалиться. А коварные Ларионов с Кудриным все это делали. Ну, поверили им. Вот я бы не поверил, нет, скажу честно. Я бы на месте Путина, Юрий, не поверил, кажется, еще, знаете, а он поверил. Вот очень важно, вот человек, который звонил, да, Олег, надо, очень важно понимать альтернатива. Вот Владимир говорит, что мы идем там на митинг, который против «Единой России». Да. Ну а за что вы? Против разрушить
Что-то покритиковать. За что? За что? Прекратите, за у нас мегатонны... Нет, ответь на вопрос, за что? У нас мегатонны конструктивных предложений. Как реформировать армию? Как реформировать пенсионную систему? В каком партии накапливаются? 20.00, да, я смотрю на часы. Да. Я могу вам подробно рассказать. Нет, скажи, где это найти? Коротко скажи, где найти? На сайте dmvybor.ru заходите и прочитайте. Все. Николай Власенко, Владимир Милов, Сергей Марков. Реальное время. Финам-ФМ. После новостей гости программы «Кончина к 20-летию распада СССР» Леонид Кравчук, первый президент Украины, и Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь. Ну а в 9 вечера в сухом остатке с Павлом Медведевым говорим о законопроекте о банкротстве физических лиц.